горной промышленности я 50 лет. Работал на многих шахтах города Караганды. Последние 40 с лишним лет отработал на шахте имени Костенко. Занимаюсь общественной работой, являюсь председателем Совета ветеранов шахты имени Костенко и членом Совета ветеранов объединения ветераны угольного департамента. Хотелось бы поздравить с наступающим праздником всех шахтеров, которые и сегодня спускаются в забой, и ветеранов, которые находятся на заслуженном отдыхе. С особенной теплотой хочу поздравить своих коллег шахты имени Костенко и пожелать всем крепкого здоровья, надежной кровли, семейного благополучия и личного счастья.